Известному линтурскому ветерану-долгожителю Амиру Газалиеву исполнилось 95 лет. В честь такого события в гости к юбиляру приехали первые руководители администрации Сургутского района, Линтора и социальных служб. Ветерану вручили письмо от президента России. Виталий Торопов продолжит. Здесь с утра на кухне кипит работа, а иначе никак, столько всего сразу. И два дня рождения, и юбилей, а тут еще и письмо от президента из рук главы района. Уважаемые именинники, уважаемый юбиляр, я выполняю поручение президента Российской Федерации, который направил личное поздравление юбиляру с днем рождения. Известному линторцу, ветерану и заслуженному педагогу Амиру Мурзиновичу Газалиеву сегодня исполнилось 95 лет. А его любимой супруге Сане Мухаммедьяровне 82. По словам главы Сургутского района, такие события пропускать непозволительно. А тут еще ко всему и персональное благодарственное письмо для ветерана-юбиляра из Кремля. Этот беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу. Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Больше всего со стороны принимающей страны в этот день волновалась дочь именинников. Такого пристального внимания к своим родителям от первого лица государства она не помнит. Тут и капризы стариков сами собой на второй план уходят. Тяжело бывает иногда. Капризничает. Как дети. С детьми еще попроще справиться, а с ними еще, как говорится, приходится понять. Иногда бывает. Тем временем поздравления и подарки продолжают сыпаться на виновников торжества. Дорогая, вот вы такие счастливые, что вы родились в один день. Это вы знаете ведь, вот, по-моему, это очень редко бывает. Саниапа, это вам вот, чтобы вы укрывались теплым пледом. Ой, все, всех подарках. Мы вас любим. Долголетие вам. Поздравляю вас. После застолья все гости дали слово, что столетие юбиляра они ни в коем случае не пропустят. Виталий Торопов, Андрей Гудшмидт, телерадиокомпания «Север».